Привет, друзья! Российский комплекс активной защиты «Арена-М» будет улучшен. Об этом сообщил генеральный конструктор Валерий Кашин российскому министру обороны. Комплексом «Арена-М» для защиты танков от ПТУР и снарядов будут оснащаться Т-72, Т-80 и Т-90, возможно, и БМПТ-терминатор. Комплексу «Арена-М» будет добавлена функция и защиты танка от дронов, так как сейчас это основная угроза для танков. Как это будет сделано, не сообщается. Российский комплекс активной защиты «Арена-М» прошел испытания еще в 2021 году. Его проверяли на российских и иностранных боеприпасах. Стоит отметить, на танки он так и не ставился. Комплекс активной защиты «Арена-М» схож с израильской системой защиты танков «Трофи» компании «Rafale Advanced Defense System», которую ставят на танки «Меркава Марк 4» и «М1А2С Абрамс». Комплекс «Арена-М» состоит из РЛС, бортового вычислителя, пульта и блоков защитных боеприпасов. Комплекс «Арена-М» при помощи РЛС обнаруживает летящие на танк ракету или снаряд, после чего дает команду на их нейтрализацию. Для этого навстречу ракете отстреливаются боеприпасы узконаправленного действия, размещенные по периметру башни. Комплекс обнаруживает цели на дальности до 50 метров и отстреливает защитный боеприпас за 0,7 секунды. Каждый защитный боеприпас обстреливает свой сектор вокруг танка. Применение комплекса «Арена-М» позволяет поднять выживаемость танка при проведении наступательных операций приблизительно в 2 раза. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.